Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы с подписчиками играем в Гаррис Мод, карта у нас школа Балди. Вам понравилась рубрика «Какой аниматроник настоящий?» Я буду первый угадывать, а там дальше как получится. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Ну что, пацаны, я уже иду. Все. Я не знаю, где кто. Может, как-то мы потом добавим так, что не будет бесконечной попытки? Так, они вот здесь так топчутся, это жесть. Хотя все равно 60 кадров, очень оптимизированная карта. Потому что сделана на основе Team Fortress 2. Так, я думаю, что вот это. Нет, я не угадал. Ой, не то нажал. Так, сейчас кто-то спалится. Вот я сейчас увижу. Кто-то, вот, вот этот Фокси, это настоящий игрок. Давайте понаблюдаем за ним. Уперся. Вот. Я вижу. Ну спалился же, я вижу. Ну это же ж ты. Нет. Да блин, да, реально сложно. Но мне это нравится. Так, сейчас кого-то я найду, нас уже двое будет, нам будет легче находить. Пацаны, видно, профессионально сливаются, тоже в стену уперлись и газуют, да? Есть, угадал! Фух, я думал, я никогда этого не сделаю. Вот пацаны ходят, вот сейчас кто-то из них тут тоже не настоящий. Или настоящий, я даже не знаю, как правильно сказать. Так, вот, смотрите, вот этот, сразу видно, что это игрок. Нет, я не угадал. Вот это вот. Посрача. Так, а ну где Фредди? Давай вместе будем ходить угадывать. Веселее вместе. Так, с камерой ходит. Так, Фредди. А ну давай пропиши этому челику посрач. Плохо нет анимации подсрачника. Было бы эпично. Не угадал. Этого тоже не угадал. Они карту поломали, что ли? Так. Вот этот, мне кажется, челик стоит. И это видно, что игрок настоящий сразу. В воздухе можно построча прописать? Блин, я застрял в нем. Есть, я угадал. Я знал, что он стоит и смотрит просто. А ну, давайте этого побьем. Нас уже трое, ребята. Такс. Может, мы сделаем потом рубрику. Будет всего 5 аниматроников, и из них будет 2 или 1... только игрок. И надо будет угадать там с двух вариантов или с одного раза. Мне кажется, надо будет в следующий раз так сделать. А если не угадаешь, то в кислоту падаешь. Не знаю, мне кажется, идея очень классная. Угадай аниматроника или умри. Ну что это такое можно сделать? Вот мне кажется, вот этот челик настоящий. Надо просто попасть ему построчем. Нет, все-таки не настоящий. Так. Вот он ходит, маскируется. Тоже не он. Пацаны, ну что, вы понаходили еще кого-то? Только я слышу, как подсрачники сверкают. Вот кто-то из них точно тут где-то шкерится. Такс, не находим. Нет, это не он. Давайте понаблюдаем за Фокси. Идет. Вот сразу видно, что это игрок. Спалился, я тебя выхватил. Нет, это не он. Вот он, уперся в стенку. Типа морозится, это не он. Тоже не он. Вот это по-любому игрок. Тоже NPC-шка. Ты. Не ты. Ты. А ну-ка, давайте, идет. Уперся в стенку. Похоже на NPC. Давайте проверим. А вдруг? Я еще хотел больше поставить. Пацаны говорят, не надо. Я вообще хотел 1000 штук поставить. Ого, тут движуха. Тут надо просто движуху лупашить. По-любому найдем. Ого, они тут все ходят. Так, пацаны, давайте, кого нашли, давайте заходите прямо в саму школу. Чтоб мы знали, вдруг мы уже всех нашли. Жду вас тут на входе. Так, Фокси уже тут стоит. Еще у нас уже, так, 3 человека. Только трое нас? Получается, еще 4 надо найти, пацаны. А, не, вот еще пришел. 4. Получается, 3 человека нам еще надо найти. Пацаны, давайте, 3 человека ищем. Так, будем наблюдать. Вот мне кажется, вот этот просто человек шкерится специально, чтобы его не нашли. Нет, это не он. Вот он. Тоже не он. Блин, в этот раз как-то сложно найти. Пацаны, наверное, лучше маскируются. Так, будем прям всех сейчас проверять. Кого-то найдем.
Так, так, так. Пацаны, наверное, уже тоже этого проверили. Смотрите, как сразу начинает сваливать. Мне кажется, это он. Нет, не он. Ты. Не ты. Как же можно так заныкаться, чтобы... Вот. Вот это он. Не он. Тоже не он. Фокси, Фокси хитро ходит очень. Сюда как-то очень быстро. Ты же, эту уже стенку все обил, но не могу найти. Пацаны, вы на кого-то нашли еще или нет? Устал. Я тоже посижу. Очень сложно. О, если возьму от третьего лица, я буду видеть их не именно, просто для эксперимента. А, да, я же с фонариком, не будет видно. Так, давайте так немножко поиграем. Не он. Тоже не он. Так, часть аниматроника вообще пошла на ту часть карты. Ну и кто играет за аниматроником, не уходите далеко. Потому что реально тяжело будет найти. Вот ты. Не ты. Может ты? Да, что-то мы не можем никого найти. Так, лупашим всех, но никого не могу найти. Мы сейчас посрочим и просто всем жизни вынесем. Так, я сейчас психану, начну админский пистолет брать и всех мочить. И выясним, кто из вас кто. О, кто-то кого-то уже замочил. Не, пацаны, не могу вас убить. Так, не знаю, сейчас возьму оружку какую-то. Буду оружкой мочить потихоньку. Я не могу найти реально. О, давайте возьмем меч. О, Serious M2 добрый. Ну чё, разошлись, пацаны? Начинаем мочить этих NPC-шек. Можно дубинками мочить их даже. Всех простреливаю, каждого. Потому что если 100, один патрон, сразу умрет. Так. Нифига себе, он что, не убивается, что ли? Какой-то бес... Это терминатор какой-то, пацаны. Да ладно, пошли попугай. Бум. Не? Нифига не получается. Пацаны, отойдите, пожалуйста. Я буду сейчас бомбы бросать. Вот это первый раз мы так долго ищем. Хотя это всего раз вторая серия. Не получается и так. Ого, прямо отскакивает просто. Хорошо, я психанул. Пацаны, извините, обстоятельства. Да блин, я его хотел убить, ты подбежал под пули. Так бывает. Ой-ой-ой-ой-ой. Ого, оно подлагивает. Да блин, я какой-то псих. Вы меня тоже много раз убивали, поэтому я и умер сейчас. Норм, пойдет. Что-то не получается, да, с первого раза их найти всех. Аниматроники здесь даже, да, ходили, я видел. А ну давайте посмотрим, здесь они есть. Во, ходит здесь челик, может ты? Нет. Может ты? Пацаны, они вот тут, где забор проломали, тут еще ходят. Ого, там какие-то выстрелы мощнецкие идут. Чё там такое стреляешь мощное? Я тоже хочу. Во, пацаны, черное очко от третьего лица, ни разу не стрелял. Вы готовы? Стреляем в забор. Так вот она полетела. А, прицел же течет правее. Чё, не поломала забор, что ли? Ах ты подлец. Скромника убил. Ну ничего, бывает. Так, пацаны, ядерная бомба. Ой, красиво пошла. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!